героиня. Ты мой герой, я твоя героиня. Я снимаю, снимаю. Меня зовут Тарасова Ольга, мне 12 лет. Я живу в городе Калининграде. Изначально до 9 лет я жила в Якутске, но мои родители решили переехать. Мы приехали в Калининград. В городе Якутске я занималась в балетной школе. Потом я ушла и решила попробовать себя в художественном ремесле. И потом ушла с художественной школы и пошла на пение. Но потом мы с родителями переехали в город Калининград и решили записать меня в модельную школу. Туда я ходила один год. Но потом я решила поступить на театрально-музыкальное отделение в школу имени Петра Ильича Чайковского, где занимаюсь уже второй год. За эти два года я научилась попадать в ноты, когда пою, и играть на фортепиано. Параллельно театральной школе я занималась в студии «Маленькие звезды» «Ералаш». У нас там было 4 съемки. 2 массовки и 2 главные. Скажу честно, очень было интересно. Было интересно. Интересно. Потом я начала заниматься волейболом. Занималась полгода, но потом начали мы проходить медкомиссию, и меня волейбол достал, я ушла. Начала заниматься футболом. Как выяснилось, в нашей школе я единственная девочка, кто играет в футбол в нашей команде. Все, теперь говори, почему ты хочешь поехать в ЦРО. Я хочу поехать в ЦРО для того, чтобы более развить свои актерские данные, более не бояться сцены, показывать свои эмоции, и грустные, и счастливые. Как ты думаешь, у тебя получится это сделать в ЦРО? Если постараться, человек сделает все. Ух ты. Все, что угодно. А почему именно в ЦРОД? Ну, потому что мне мои друзья рассказывали, что в ЦРОД очень круто, очень весело. И сказали то, что с вами будут заниматься. Пока! До встречи летом!